после завершения облета быть готовыми ввести причаливание. Принято. Есть разворот по крену. Переходим на ось стыковочного узла. Облет по газ, есть завкон, причал. Стрельцы по Москве вводим. 31, 30, 47, 13. Принял. Вожу. 31, 30, 47, 13. Веди репортаж. Набрал 31-00-47-13, ввел. Набрал 33-00-47-13. Жду дальнейших указаний. Не трогай порвы. Наблюдаю, причал, причал. Так, пошло сближение, да? Дальность 150. Меньше 47 метров, контролируем ССВП. Контролируем. Есть ССВП, штанга СМ, выдвинуты защелки, выдвинуты, крюки открыты, переходной люк закрыт. Это. Отверждаю по углым размерам. Стыковочный угол 2,5 клетки. Это. Включаю широкий угол РСМ. Дальность 14. Принято. Мишень ушла на градус справа. Принято. Мишень подходит к центру ВСК. Дальность 12. Это. Дальность 10. Мишень справа. Полградуса. Принято. Вверх полградуса. Дальность 8. Мишень справа вверху на 1 градус. Принято. Мишень подходит к центру. Дальность 6. Это. Крестки собраны. Это. Ожидаем касания. Дальность 3. Мишень, центр мишени на градус снизу. Ожидаю касания. Это. Крестки собраны. Есть подвод, работа до пола, механическое соединение, штанга СМ выдвинута, переходный люк закрыт. Voice and I look forward to seeing you soon.
as we hand over the station up here. Chris, thank you. Thank you very much. From the new guys who just arrived aboard, too, and we sure recognize that we've got a fantastic team right there in Moscow.